Пришел, увидел, победил. Именно так и никак иначе не скажешь о триумфе омского бегуна Александра Работницкого, который установил личный рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике среди спортсменов с ограничениями здоровья. В Дохе, где проходила борьба, честь российского триколора отстаивали 4 омских атлета. Однако золото мира удалось завоевать Александру. Омский бегун одержал победу в финальном забеге на 800 метров, преодолев дистанцию за 1 минуту 53 секунды. Для омичан соревнования в Катаре это уже вторая награда. Ранее на дистанции в 1,5 километра спортсмен завоевал бронзу. Народ сильный был, то есть бежали на победу в основном. Но тренер мне сказал, беги, как бежал все время, просто темпом дави. Главный тренер Александра Работницкого утверждает, что победы его воспитанника дались трудом. Остроту борьбе придавали жаркая погода и сильная конкуренция спортсменов из 100 стран мира. Каждый год появляются новые спортсмены, и старые остаются, и новые. В этом году появился американец, парень. Он имеет результат на уровне мастера спорта нашего. Поэтому был достойным конкурентом Александру. У нас очень много ребят, которые тренируются, обучаются в детском доме. И для них, я думаю, что это будет хороший пример на будущее. Александр будет как маяк для них. Главный старт омского атлета еще впереди. Добытые медали на чемпионате позволили спортсмену отобраться на летние паралимпийские игры в Бразилии.